Добрый день, уважаемые коллеги. Рассказать обо всей нашей нейроонкологической программе будет довольно сложно, поэтому сегодня остановимся на результатах исследования, проводимого применения рискоадаптированной терапии медулобластомы у детей в возрастной группе старше 3-летнего возраста. В рамках данного исследования принимали участие три института. Это Институт детской онкологии, Институт диагностики и терапии опухолей Национального медицинского исследовательского центра Блохина и Институт нейрохирургии Бурденко. В структуре эмбриональных опухолей ЦНС медулобластома составляет 64% и характеризуется общей частотой встречаемости 5-6 случаев на миллион детского населения. В соответствии с классификацией ВОЗ 2016 года выделяют 4 гистологических варианта: классический, десмопластический, крупноклеточный, анапластический и медулобластома с выраженной нодулярностью. Кроме того, она представлена 4 молекулярными подгруппами, при этом группа WNT встречается в 10% случаев, группа SHH в 30%, группа 3 в 20%, группа 4 в 40%. Метастатическое поражение выявляется преимущественно в группе 3 и группе 4. Гистологический вариант в большинстве случаев представлен классическим. Десмопластический вариант характерен для SHH молекулярной группы. Крупноклеточный анапластический вариант для SHH и группы 3. Каждая из указанных молекулярных подгрупп характеризуется специфическими соматическими и герминальными мутациями, специфическими амплификациями ряда генов, характерными хромосомными аберрациями. При этом 5-летняя общая выживаемость в группе WNT составляет 95-96%, в группе SHH 64%, в группе 3 55%, в группе 4 69%. За основу программы терапии 2008 года использовался протокол Санжут 96 года в модификации 2003. Особенностью программы 2003 года являлось включение в группу высокого риска пациентов с анапластическим крупноклеточным вариантом опухоли и отсутствие 2 индукционных курсов монотерапии топотеканом перед краниоспинальной лучевой терапией. Выбор данного протокола был связан с тем, что по результатам были достигнуты достаточно высокие показатели 5-летней бессобытийной выживаемости в группе как стандартного, так и высокого риска, и они составили 85 и 70% соответственно. Пациенты с крупноклеточным анапластическим вариантом характеризовались более низкими показателями 5-летней бессобытийной выживаемости, которая составила 55%, с ней чего данные пациенты были отнесены к группе высокого риска. Важно отметить, что 31 пациенту в группе высокого риска была проведена терапия топотеканом в полном объеме, при этом частичный и полный ответ были достигнуты у 40% пациентов. Основа программы нейродок 2008, в основе которой был включен протокол Санжут 2003 года, включала стратификацию по группам риска. Это группа стандартного риска, группа высокого риска. В стандартной группе риска отнесены пациенты без метастатического поражения и с размером остаточной опухоли менее 1,5 см² двух измерений. В группу высокого риска отнесены пациенты с наличием метастатического поражения, с размером остаточной опухоли более 1,5 см². И крупноклеточный анапластический вариант. Лучевая терапия в группе стандартного риска была представлена краниоспинальной лучевой терапией в дозе 23,4 ГРЭ с локальным дооблучением до 54. В группе высокого риска краниоспинальная лучевая терапия 36 ГРЭ с бустом до 54. Курсы химиотерапии были идентичны в обеих группах и включали винкристин, цисплатин, высокодозный циклофосфамид с трансплантацией аутологичных гемопоэтических стволовых клеток. Всего проводилось 4 курса терапии. В исследование было включено 50 пациентов, 56% в группе стандартного риска, 44% в группе высокого риска. С метастатическим поражением 28%, с R1 статусом 26%. Гистологический вариант в большинстве случаев был представлен классическим, крупноклеточный анапластический вариант выявлен только у 10% пациентов. Распределение пациентов в зависимости от молекулярно-биологических особенностей опухоли. В соответствии с молекулярными подгруппами. WNT-группа выявлена в 8% случаев, SHH в 28%, группа 3 в 17%, группа 4 в 45%. Пациенты в группе высокого риска преобладали в подгруппах подгруппе 3 и 4, с R1 статусом в группе 3, с метастатическим поражением в
третий и в четвертый. Амплификации генов ЦМИК и НМИК выявлены только у 3 пациентов из-за хромосомы 17 у 4 из 15 больных. Стратификация по молекулярным подгруппам риска проводилась с учетом иммуногистохимического исследования. Амплификация генов ЦМИК и НМИК из-за хромосомы определяется с помощью FISH-исследований. Получены следующие результаты. Показатели общей выживаемости в группе стандартного и высокого рисков составили 92,57% соответственно. Бессобытийная выживаемость 67,42%. При средней продолжительности наблюдения за всей группой 52 месяца. В группе пациентов без метастатического поражения в зависимости от R0 или R1 статуса бессобытийная выживаемость составила 68,60%. В зависимости от отсутствия или наличия метастатического поражения 65,35%. В зависимости от молекулярных подгрупп, в группе WNT общая бессобытийная выживаемость 100%, в группе SHH 91,62%, в группе 3-4 55,42% соответственно. Если посмотреть группу 3 и группу 4 изолированно, то показатели общей бессобытийной выживаемости 75,25% в группе 3, в группе 4 55,49%. Всего было выявлено 17 событий, которые представлены в 4 случаях ранним рецидивом, в 9 случаях поздним рецидивом, в одном случае было прогрессирование заболевания, в 2 случаях фатальные септические осложнения и у одного пациента развилась вторая опухоль. Большинство событий были выявлены в 4-й молекулярной подгруппе, и они были представлены поздним рецидивом с диссеминированным характером поражения. Здесь показаны показатели бессобытийной выживаемости в 4-й группе в зависимости от группы риска, стандартной и высокой, и они составили 55,50%, и в зависимости от метастатического поражения, наличия или отсутствия, они составили 63,28% соответственно. Важно отметить, более раннее наступление событий в группе пациентов стандартного риска и в группе пациентов с М0 статусом. С 2014 года, получив достаточно неудовлетворительные результаты в группе высокого риска, с 2014 года программа терапии была модифицирована с учетом критериев молекулярно-биологических характеристик опухоли, с включением определения ЦМИК-НМИК-амплификации, наличия изохромосомы 17Q в группе 3. И программа в группе высокого риска была модифицирована и включала 2 индукционных курса метотрексат-ОПЕК, метотрексат-вингристин, цисплатин-этапозит, циклофосфамид. Лучевая терапия, она также была модифицирована. То есть у ряда пациентов доза краниоспинальной сохранялась 36 грей, у ряда была уменьшена до 23,4 грей. Это для пациентов с R0, M1 статусом, без неблагоприятной гистологии крупноклеточного пластического варианта и без ЦМИК-НМИК-амплификации из-за хромосомы группы 3. Представлена таблица, где сравниваются 2 протокола, группа высокого риска, нейродок-2008 и нейродок-2014, с включением тиотепа карбоплатины. 22 пациента в группе высокого риска в программе 2008 года и 12 пациентов в программе 2014 года. Процентное соотношение по количеству больных с метастатическим поражением и с объемом остаточной опухоли были идентичны, но в группе 2008 года преобладали пациенты с молекулярной подгруппой 4. И пациенты с ЦМИК и НМИК амплификацией были выявлены только в группе 2008 года. Получены следующие данные. Показатели общей бессобытийной выживаемости в группе пациентов по ветви, получивших лечение по ветви терапии с тиотепой карбоплатины, составили 81%, по ветви Сен-Жу 2003 года 57,42% соответственно. То есть мы видим довольно неплохие показатели общей бессобытийной выживаемости, но по предыдущему протоколу группа крайне неблагоприятного прогноза, более низкими показателями, это группа 4, а здесь таковых пациентов практически не было. В рамках данного исследования проводилось изучение молекулярно-биологической характеристики опухоли. Анализировались маркеры чувствительности и резистентности к эпигенетической терапии, к химиотерапии, к таргетной терапии, цитокиновой стимуляции, а также маркеры стволовых опухолевых клеток. Определение возможности применения эпигенетической терапии у пациентов с медулобластомой за счет применения деметилирующих
препаратов ингибиторов MGMT. Ингибирование MGMT приводит к активации экспрессии конкурентных генов, в результате чего происходит активация стволовых опухолевых клеток, происходит подавление активности опухолевых клеток, обладающих выраженным пролиферативным и метастатическим потенциалом, а также повышение проницаемости гематоэнцефалического барьера за счет дисфункции эндотелиоцитов в условиях незавершенного неоангиогенеза. Молекулярно-биологическая характеристика опухоли. Высокий уровень экспрессии MGMT на 2,3+ был выявлен у 31% пациентов, при этом процент позитивных клеток варьировал от 25 до 90. Метилирование промоутерной части геном было выявлено только у 1 из 14 больных. Высокий уровень экспрессии MGMT в группах пациентов с метастатическим и без метастатического поражения без статистически достоверной разницы. На данном слайде представлена экспрессия белка MGMT в опухолевых клетках и в эндотелиоцитах. Важно отметить, что в группе пациентов, у которых в опухоли был выявлен высокий уровень экспрессии MGMT, в 77% случаев была выявлена экспрессия и в эндотелиоцитах. В то же время в группе пациентов, у которых в опухоли не было выявлено экспрессии данного маркера, в эндотелиоцитах экспрессия выявлялась в 31% случаев. В зависимости от молекулярных подгрупп, высокие уровни экспрессии, характерные для WNT группы 3 и группы 4, экспрессия в эндотелиоцитах была выявлена более чем у 50 пациентов в каждой группе. Здесь наглядно представлена экспрессия как в опухолевых клетках, так и на эндотелиоцитах. В соответствии с полученными данными 2016 года в группе высокого риска проведена модификация программного лечения с включением эпигенетической терапии в режимы кондиционирования высокодозной химиотерапии с теофосфамидом, карбоплатином и расщепление лучевой терапии и уменьшение дозы краниоспинальной лучевой терапии до 23,4 Грей для всех пациентов. Кроме того, в рамках данного исследования проводилось определение молекулярно-биологической характеристики маркеров лекарственной резистентности, чувствительности к ключевым препаратам – метотрексату, винкристину, этапозиду, цисплатину и ряд других алкилирующих препаратов. В соответствии с этим была разработана противорецидивная программа, которая включала в себя применение комбинированной терапии, эпигенетической терапии с локальной лучевой терапией и исключением эпигенетической терапии в курсе химиотерапии. Таким образом, на сегодняшний день все программы терапии модифицируются с учетом молекулярно-биологической характеристики опухоли и унифицированного подхода для улучшения результатов программного лечения на сегодняшний день не существует, независимо от того, какую программу терапии использовать. Спасибо за внимание.